воспринимает. Так, и тут желтая карточка будет Мартусевичу. Пнул он сейчас мячом в судью. Красная карточка Максиму Мартусевичу. Ну вот здесь сейчас Кикискири может тоже до кучи получить. Красно здесь Эмерсон общается с арбитром. Баркову, да, Баркову не дают поступиться, да, вроде капитан должен первым здесь быть. Но нет, здесь более бравые ребята хабаровские собраны. Неспортивное поведение со стороны Мартусевича. Тянул ли этот эпизод на красную карточку? Тоже большой вопрос. Был ли в этом какой-то прям злой умысел со стороны Мартусевича? Ну, знаете, друзья, сомневаюсь, что в этом какой-то прям умысел.